Знакомьтесь, John Deere 8300i. Новая, самая современная модель кормоуборочного комбайна от знаменитого американского производителя сельхозтехники. В этой машине реализованы все последние конструкторские идеи и пожелания сельхозпроизводителей, начиная от заполнения зеленой массой кузова или прицепа и заканчивая полным анализом кормов. На силосопроводе установлен датчик, называется он Harvest Lab. Этот датчик в режиме реального времени определяет содержание сухого вещества в подаваемой массе, проходящей через канал. Вот. И в зависимости от содержания сухого вещества он изменяет длину резки. То есть сырую массу необходимо резать длиннее для того, чтобы она в яме не посекла, сухую массу нужно резать короче для того, чтобы обеспечить оптимальную степень уплотнения силоса. Система Harvest Lab – это целая мобильная лаборатория. Она в режиме реального времени делает спектральный анализ убираемой кормовой массы. Датчик Harvest Lab является отправной точкой для работы других систем, например, системы внесения консервантов. Harvest Lab также участвует при создании картограммы поля. Через модуль телематики GD-Link все данные передаются руководителю и специалистам хозяйства на компьютер, планшет или мобильный телефон. Комбайн заменил мне не только лабораторию, еще и специалистов. Буквально вчера поле мы убрали, я уже вечером имею анализ, полный анализ кормов. То есть зафиксировали, где в каком месте лежит, какое качество корма, сколько протеина, сколько клетчатки и так далее. И мы уже знаем, каким кормом, какое поголовье будем кормить, какую физиологическую группу. Новая система защиты, установленная на комбайны 8000 серии, полностью исключает попадание в измельчающий барабан камней и металлических предметов. Также исключены и ложные срабатывания. Еще одна полезная функция – автоматический контроль заполнения кузова или прицепа. Эта функция определяет границы борта машины и тем самым направляет хобот именно в кузов машины. Она контролирует и заполнение, и границу одновременно. То есть механизатор не отвлекается на это, и у нас исключаются потери урожая. И за счет этого мы также можем увеличить производительность, поскольку мы можем двигаться на более высокой скорости. В сельхозпредприятии Атимасово Дивеевского района начали строительство нового животноводческого комплекса на 1300 голов дойного стада. Чтобы обеспечить такое поголовье высококачественными кормами, заранее купили комбайн John Deere 8300i. По словам руководителя хозяйства, это было лучшее предложение среди всего многообразия кормозаготовительной техники. Те условия, которые John Deere нам предоставил, у них единственная компания, которая прям в лед выиграла поставку техники, ну, мы делали тендер определенный, на рынке ведь много достойных комбайнов, а они, значит, имея свой лизинг, John Deere лизинг, предоставили его на шикарнейших условиях, поэтому даже выбор не стоял, какой комбайн брать. Классная техника и вот эта компьютерная современная система анализа в онлайн-режиме, с автоматической, причем внесением закваски, не как там агроном настроил, а комбайн сам думает, сколько, по какой сухому веществу внести ее, понимаете? Вот это у нас просто, и выбор не стоял, потом сразу и было решено. У комбайнов John Deere 8000 серии еще много различных инновационных решений и полезных функций. Узнать о них подробнее вы можете у официального дилера John Deere в Нижегородской области, компании «Агротехпарк».